образ вам было сложнее всего войти? Ой, а вы в жизни такая худенькая, вы такая... А что же вы там, почему вас так снимают? Вы сказали, что больше любите кино. Почему? Смотри, какой театр, да, вот такой, как заговорили не своими голосами, и я поняла, что началась репетиция. Вот такой театр я не люблю, и это как бы не мое. В чем суть для вас заключается в актерской профессии? Вот чтобы зритель поверил тебе, чтобы ты был убедителен, чтобы вдохновлять людей так глобально, если много таких молодых, важных, они такие уже уверенные в себе, они еще ничего не сыграли. Без самоиронии актер не существует. Я в этом убеждена. А если бы не актерская профессия, то что бы вы выбрали? Чем бы вы занимались? Путешественником я была. Путешественником? В чем женская сила? В любви.